Здравствуйте, Геннадий. Скажите, какие эмоции после игры? Матч тяжелый? Ну, матч тяжелый в первую очередь, потому что слабый сбор сегодня. С одной заменой еще в конце и вратарь спрыгнул, так сказать, не получилось приехать. Кто-то догуливает лето, наверное, еще последние деньки, шашлыки, там все такое. Ну, исходя из того, как складывался матч, в принципе, я думаю, мы довольны результатом 4-4. Ну, при счете 2-1, если бы мы свои забили, я думаю, можно было победить. А так, в принципе, думаю, да. Ну, хорошее начало было, потом чуть-чуть подсели, наверное. Где вот эти силы вот в конце появились? Или это второе дыхание уже открылось? Ну, подсели, конечно, потому что я без замены играл. Макс, там, Мороз тоже практически один раз сменился, тяжело. Ну, мы же все максималисты, хочется побеждать, не хочется проигрывать. Поэтому нашли себе резервы, переломить ход встречи. И спасибо всем, я думаю, все довольны. Спасибо и вам. Такое обидная ничья, упустили победу. Скажите, какие эмоции испытываете после матча? Ну, обидно пропускать на последних секундах гол. Конечно, ну... При счете 4-2, наверное, поверили, что мы выиграли. Слишком рано. Да, слишком рано. Пропустили один гол, потом второй. А кого бы выделили сегодня вот в своей команде? Ну, у нас сегодня хорошо сыграл вратарь. То есть, как бы, несмотря на то, что он пропустил 4 мяча, но вытащил он тоже прилично. Вот. Ну, а остальные как бы ровно играли. А как соперник? Удивил чем-то вас? Что скажете о соперниках? Нормальная команда, в которой можно выигрывать. Как бы вообще проблем нету. Ну, так сегодня получилось, что мы сыграли ничью. Спасибо вам и желаем, чтобы больше таких потерь не было. Спасибо.